Азиатский тигровый комар – вид кровососущих комаров, который хорошо определяется по черным и белым полосам на ногах, а также на брюшке. Происходит из тропических и субтропических районов Юго-Восточной Азии. Комар длиной от 2 до 10 мм и имеет черную и белую окраску в виде полос и пятен. Разница в размерах связана с наличием пищи в водоемах, где развивается личинка комара. Как и у других кровососущих комаров, кровью питаются только самки. Самцы питаются нектаром цветов. Разносят множество вирусов, таких как вирус долины Чачи, чикунгунья, вирус денге у обезьян, вирус восточного энцефалита лошадей, вирус западного Нила и вирус энцефалита Сент-Луидис. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал.